Между тем на лыжи встали и творческие люди столицы Коми. На стадионе «Динамо» провели театральную лыжню. В преддверии Международного дня театра на старт вышли коллективы Академического театра драмы имени Виктора Савина, театра оперы и балета, а также Национального музыкально-драматического театра Коми. Сегодня у нас очередная театральная лыжня. Пятая по счету, юбилейная. Как-то так совпало, что в этом году наш союз также отмечает юбилей, 75 лет своей деятельности. И вот на протяжении 5 лет мы собираемся здесь на стадионе «Динамо», не на сцене, не в качестве артистов и зрителей, а здесь в качестве спортсменов. Артисты бежали эстафету, но старты эти все же больше шуточные. Поэтому даже снег с дождем не испортил спортивный настрой участников. К тому же понедельник – это выходной в театрах. И многие артисты не прочь его провести на свежем воздухе.